Я Родионова Жанна Федоровна, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга. Я работаю в этом институте с 1965 года. Занимаюсь картографированием планет земной группы, их спутников и сравнительной планетологией. Мы подготовили специальный постер именно для сессии, связанной со столетием Международного астрономического союза. Кстати, я член рабочей группы по наименованием на Меркурии Международного астрономического союза. Здесь показаны карты, которые мы подготовили с нашими сотрудниками и в основном девушками. Здесь вот представлены карты Марса, Венеры, Луны, Фобоса. Эти все карты позволяют проводить сравнительно-планетологические исследования. Например, нам удалось выявить интересные закономерности. С удалением от Солнца на планетах земной группы увеличивается перепад высот. Распределение морей также имеет определенные закономерности на планетах. Всем этим мы занимаемся. И надо сказать, что именно в нашем институте в 1959 году впервые была составлена первая в мире карта обратной стороны Луны.